Очень хотелось бы сказать добрый вечер, добрый день, но ни хера он не добрый, потому что уже 7 дней на территории Украины ведется, по-другому тут и не скажешь, ведется агрессивное вторжение российских войск на территорию Украины. И то, что сегодня в России, вернее вчера, запретили называть войной, именно война происходит на территории Украины, которую развязал товарищ Путин. Имя, которое уже стало нарицательным давно в Украине. И этот небольшой стрим я хочу все-таки адресовать тем жителям Российской Федерации, которые посмотрят, я надеюсь, посмотрят этот стрим, узнают ту информацию, которую им не доносит Роскомнадзор, потому что запрещает выдавать какую-то официальные цифры, не показывает все видео, которые уже переполнили украинский интернет, и те реальные факты, которые творятся, чудовищные факты творятся на территории Украины. Основная цель этого эфира – донести ту информацию матерям тех солдат, которые сейчас пребывают в состоянии войны на территории Украины, которые бомбят украинские города, стреляют по мирным жителям, убивают женщин, детей. И это не просто слова. К сожалению, о таком даже уже тут не пошутишь. Все очень стало серьезно, и я бы хотел, чтобы эту информацию все-таки узнала та часть, которая с нами воюет, часть населения Российской Федерации. Ну, начать хочется с того, как ваш зампред, постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании ООН очень убедительно пытался вам рассказать следующее. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. Вы серьезно? Не угрожает мирному населению, не обстреливает мирные объекты. Мы сами себя бомбим, да? Наши города обстреливают вооруженные силы Украины, убивают женщин, детей, причем тем оружием, которое только на вооружении Российской Федерации состоит. Ну, вы серьезно? И вы, слушая заявление этого постпреда Российской Федерации в ООН, верите его словам, верите той информации, которую вам потом вечером втирает Соловьев, Киселев, Скобеева, пытающиеся произнести слово «поляныця». Теперь давайте я вам покажу, что же на самом деле происходит и как Российская Федерация, российские войска не обстреливают мирных жителей и жилые кварталы Украины. Давайте начнем, ну, наверное, вот с этого видео. Вот это центр Баварии. Это твари, блядь, бомбят нас, блядь. Это город Харьков. Дома нет. Совсем не обстрел жилых кварталов, да? Еще Харьков. Вот, представьте, приходите вы домой, а дома у вас такой сюрприз. Как вам такая картинка, которую вам не покажут ни по одному телеканалу вашего грёбаного российского телевидения? Херсон. 49 и 28. Прилет. Торле-2. Полетели стекла. Вот. Торле-4. Прилет в торец. Вот такой пиздец. Вот это 49 и 28. Дом, второй подъезд, прилет, седьмой, шестой этаж. Ну как вам? Хорошее начало. Не показывают вам такого по вашему прекрасному российскому телевидению. Рассказывают сказки о каких-то бендерах, фашистах, о том, что нас надо освобождать. Все еще ведетесь на эту пропаганду. Вот еще одно видео, на этот раз из Киева. Какая жесть.
просто жесть. Прикидываешь дома сидеть, Богдан? У нас дырка, просто в зале дырка. И вот что стало с этой квартирой, с этим домом. Это практически центр Киева. Снаряд, который прилетел в жилой дом. Ну, то, что там произошло, вы видели. Тоже сами себя обстреливаем. Идем дальше. Бородянка. Киевская область. Це Бородянка. Вулиця. Яка вулиця це? Це виїзд якраз в круг. Ресторан Саша. Ресторан Саша, да, виїзд в сторону Києва. По нашим, блядь, домам, по людям мирним. Це, блядь. Упали два дома. Йобнули, блядь, 3-4 бомби, два заходи, самоліт, блядь. Десь чуємо крики, зараз питаємося знайти, хто живий по звуках, блядь. Господи, перша сторона, друга сторона майже те саме. Дома нема. Десь отам хтось стогнав. Я не знаю, третій чи другий поверх, треба зрозуміти, в якому під'їзді. Сука, там канло напіздує, блядь. Зараз стріляти будуть. Господи. Будьте прокляті, кацапи вонючі, блядь. Хуйло вонюче, блядь, щоб ти здох, блядь, скоріше. Мразь. Вот это вам реальное отношение жителей Украины к вашим войскам, к вашему правительству и к тем людям, которые стреляют все-таки по жилым кварталам. Это на самом деле происходит. А ту информацию, которую вам вливают в уши ваши пропагандоны, все это полная чушь и бред. И если вы до сих пор не поняли, что вами не то что манипулируют, вы как овцы, как стадо, которым можно вливать все что угодно, вы это прохаваете. И то, что нельзя называть войну войной, для вас это тоже норма. Но то, что вы не можете высказывать свое мнение, выходить на площади, вы сами к этому привели. Вы молчали все 20 лет. И то, что сегодня вами вот так вот крутят, вертят, манипулируют и дают в голову ту информацию, которую вам надо дать, вы прохаваете, промолчите. Санкции вам, вы кричите мне в чатах, санкции вам пофиг, все вам пофиг. Ну, посмотрим, пофиг. Если вам жизни людей пофиг, у каждого из вас есть, я уверен, в Украине, если не родственники, то друзья. И сейчас вы так спокойно молчите и делаете вид, что ничего не происходит, что это все какие-то междоусобные внутренние войны Украины. Закрывая глаза и молчите, идете спокойно себе на работу, не обращая внимания на то, что происходит рядом с вами. И это только первый шаг. Если вы ничего не делаете, молчите, вы соучаствуете во всем этом беспределе, который происходит так близко к вам. Еще видео. Хотите? Пожалуйста. Это город Харьков, центр города. Это произошло вчера. Снаряд попал прямо возле городской райадминистрации. Пострадало очень много людей. При этом один из студентов из Индии погиб прямо на месте взрыва. Это мирный район. Харьков. Там не было ни военных стратегических точек, ничего. С какой целью снаряд был направлен туда? И сегодня были повторные обстрелы Харькова. Харьков кроет просто неимоверно уже несколько дней подряд. Как такое ощущение, что хотят его стереть с лица земли. И стреляют именно по мирным районам, по жилым домам, где дети. Я не знаю, вы все на это смотрите как какое-то кино. Я, друзья, это просто это последствия пиздец, того, я по-другому не могу сказать. Посмотрите на это. Просто ёбнешься. Блядь, я в ахуе просто. Тут центр. Везде все повыносило. Доски валяются. Вон машина взорвалась. Фу. Блядь, это Питер налево. Что, все еще мало информации? Все еще верите в то, что мы сами себя обстреливаем? Вот вам еще Херсон. Пизда, блядь. Смотрите внимательно. Блядь! Ксения, быстро! Сука, пидоры, блядь! Пидоры, блядь! Сука, по жилым, блядь, стреляют, блядь! Все еще не верите?
Не знаю, насколько нужно быть наивным. По жилым кварталам. Заметили, да? И еще раз. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины. Не обстреливает мирные объекты. Вот такая она правда на самом деле. Не угрожает жилым кварталам и не обстреливает мирные объекты. Я очень удивлен тем матерям, которые... Матерям, женам, сестрам, не знаю, которые, которым абсолютно пофиг, где находятся их родственники сейчас, когда идут на службу в вашей Российской Федерации, теряют с ними связь на несколько недель и абсолютно не понимают, где они находятся. А когда те пленные, которые зашли на территорию Украины и обстреляли те же жилые кварталы, жилые дома, начинают звонить своим близким, те очень сильно удивляются, каким образом ты оказался на территории Украины, ввязан в войну, почему так произошло и тому подобное. Да потому что ваша пропагандистская машина, все ваше телевидение, все Министерство обороны очень тщательно скрывает всю эту информацию, блокирует телеканалы, которые рассказывают правду, в частности, телеканал «Настоящее время», который я сегодня транслировал, делал рестрим, потому что он заблокирован в... на территории Российской Федерации, только потому, что он говорит правду. Та же самая судьба у телеканала «Дождь», который также все это время показывал вам и рассказывал ту реальную картину, те реальные кадры, которые на самом деле происходят, а не тот весь бред, который вам втирают Соловьёвы, Киселёвы, Скобеевы и им подобные. Да, в чате очень много было сегодня информации о том, как себя ведут пленные, о том, что вот то количество, вот с этой стороны, вот то количество потерь, которые официально есть данные по Украине, в Украине, не соответствуют действительности. Ну, я могу согласиться с тем, что эти цифры не соответствуют действительности, потому что они намного больше. Мы не успеваем считать тех погибших, которые остались в полях, в лесах, раненые, убитые. Я уверен, их но больше, гораздо больше, больше в разы. И уже сегодня первые гробы пошли на территорию Российской Федерации с вашими близкими, с вашими мужьями, братьями, не знаю, отцами. Ну, а вы все это время молчите и делаете вид, что ничего не происходит. Вот так вот выглядят ваши прекрасные войска. Это совсем не срочники, как говорили, абсолютно. Это контрактники, пацанам по 17, 18, 19 лет. Каким образом они оказались связанными в войну? Самостоятельно пришли? Я очень сомневаюсь. И те телефонные звонки, которые записываются и показываются всем вам также, они есть в свободном доступе, вы просто даже не в состоянии зайти на те ресурсы, которые отображают действительную картину ситуации в Украине, верите, просто слепо верите тем сводкам, которые вам диктуют Минобороны Российской Федерации. Не хотите попробовать позвонить в тот военкомат, куда ушел ваш ребенок, муж, отец, сын. Абсолютно слепо верите всему, что написано на заборе и о том, что говорят по телевидению. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы включили мозг и прямо сейчас позвонили в тот военкомат, куда ушел ваш близкий, и узнали, где он находится. Потому что спустя какое-то недолгое время вы получите похоронку и будете очень долго удивляться, каким образом он оказался совершенно не там, где был еще неделю назад. Вот вам небольшая подборочка тех пленных, которых мы уже очень много видели в Украине. Но я думаю, ваше министерство вам такую информацию не даст. Вершов Александр Ильич. Долганов Егор Андреевич. Воронин Алексей Николаевич. Смирнов Евгений Иванович. Каликенов Рамазан Серкалиевич. Рядовой Телков Юрий Сергеевич. Воробьев Вадим Валерьевич. Куликов Михаил Игоревич. Григорян Георгий Петрович. Главацких Артемий Александрович. Петрук Антон Андреевич.
Ковидов Владислав Владимирович. Наумко Дмитрий Николаевич. Лужков Ренат Максимович. Касаткин Натан Юрьевич. Дима. Фамилия, имя, отчество. Иванов Дмитрий Алексеевич. Мама, папа есть? Приемные. Адрес? Смоленская область, Демидовский район, деревня Шапы. Город Волгоград. Тамбов. Оренбургская область, Первомайский район, село Каменное. Родители Ростова, я на Дону. Город Великий Луки. Севастополь. Санкт-Петербург. Города. Ну что, мам, поехали мы, значит, на учение. Приехали в командировку под предлогом учения с личным составом, который составляет 80% срочников. С обманули, сказали, едем на учение в Белгород. Потом нас собрали, отправили ближе к границе, сказали, что будем стоять на границе. Потом внезапно мы перешли ее ночью, проехали дальше, стали в какой-то деревне. Точно не скажу название, ни телефонов у нас, ничего нет, у нас их забрали еще на полигоне. Какие задачи были? Задачи? Задачи. Просто прокатиться вдоль Украины, все, больше задач никаких не было. Прокатиться вдоль границы? Зачем в город заходили? Я не знаю. Зачем крыли город? Я не знаю. Цели я не знаю, я просто шел за своей колонной, все. Официально мы тут до 25-го должны были быть. Выбора не было. Если отказались бы уже, когда перешли за границу, ехать воевать, у нас был типа измена родине. Mm-hmm. Могли посадить от 15 до 25, плюс невыполнение приказа. Еще дополнительный срок. Это почти вся жизнь. А в Харькове что делаешь? Так получилось. Так получилось. Наебали. Наебали, да? Наебали. Что родителям хочешь передать? Семье? Она и так уже. Привет, моя дядя. Ты узнал? Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Говорю, на территории Украины попал в плен. Я в плену. Где ты есть? Приняли нормально, все хорошо, не бьют, кормят. Скажи, где ты есть? На Украине, город как называется? Прилуки. Прилуки. Приволки. Позвони жене Юрия Белкопытова, Юрия Амеляненко. Скажи, что пускай они позвонят на эту горячую линию и узнают, как забрать тела. Какие тела? Но их тела. Какие тела? Но их тела. Родителям как-то помягче скажи. Я жив, все нормально. Вас отпустят домой? Я не знаю, но я надеюсь. Как? Мне хочется вас обнять. Ваня, ты обязательно обнимешь. Я вас так сильно люблю. Это, скорее всего, последний раз, сестра, я позвонил Украине. А там потом уже свидимся, когда дома буду. Меня отправили в госпиталь. В госпитале сделали операцию. Сейчас я нахожусь в Полтаве. В плену. В Украине есть нацисты? Нету. Я говорю, наоборот, отнеслись по-человечески. Родители, не волнуйтесь, все нормально. Не съели вас бандеровцы? Нет. Хочу передать, что прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные. Люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. Как вам бандеровцы относятся? Нормально, хорошо. Даже сказал, лучше, чем свои. Дома мама ждет? Мама дома ждет. Что маме хотите сказать? Мама, жди меня, я вернусь. Хочешь домой или нет? Так точно. Домой хочу. Очень сильно домой хочу. Что нужно сделать для этого? Пусть попросят главнокомандующего Путина, чтобы забрали меня отсюда. Мама, пожалуйста, верни меня домой. Я не хочу здесь больше находиться. Мам, забери меня отсюда. Ну, вы понимаете, что вас просто как пушечное мясо отправили? Да. 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 Вначале, когда я приходил к НБМ, как человек, который прослуживший полтора месяца, до этого не служил в срочку, может что-либо уметь, что-либо знать и идти на войну? Ну вот, понимаете, Нас, наши командиры, наша позиция, нас было 12 человек. Мы пытались вызвать помощь, мы пытались вызвать поддержку. Нам заказывали после обстрела, то есть провода наши вообще не работали.
по радиосвязи. Мы пытались выйти, никто не трогал. Потом, как позже оказалось, наши командиры, наши роты и всего остального просто свалили там часа за 3, за 4 до этого, там, когда тишина была. Так вот, я еще раз повторю, как солдат, который прослужил полтора месяца в срочке, может идти на войну? И таких на сегодняшний день на территории Украины очень много. И их кинули просто вот в прямом смысле, как пушечное мясо. Отобрали телефоны на пересечении границы и отправили по старым картам, указав просто лишь направление пальцем. В итоге что? В итоге вот те цифры, которые вы видите. Если вы в них не верите сейчас, то уже очень скоро вы в них убедитесь. Отправили нас на смерть, у нас весь батальон дог. Вообще всех убили. Такие дела. Ну, я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять, как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Ну, ты как бы знаешь, там, СВО написать, до головы сходи. Может быть, через них получится поменять мне. Домой вернуть. А так вот такая вот херня. Можно просто хрипите на миг? Можно так? Подожди, еще раз скажи. Возвращайся домой. Я тоже вас люблю. Ты сходи к главе и в союз потерей напиши. Потому что эти суки даже двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, раненых убивают сами. Да будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. Они даже не забирают трупы. Они хоть... Все, они чё, блядь, вообще сказали-то нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, прошла. Такая вот херня. Ты только там тоже сильно не кричи, что всех убили, там, что трупы не забирают, а то там ФСБшники тебя за шкирку прихватят. Просто скажи, чтобы пленных поменяли хотя бы. Потому что если ты начнешь сильно бучу поднимать, на тебя наедут ФСБшники. Ну, как бы не бьют, не мучают, кормят. Люблю вас. На поцелуй заведя. Вы все еще верите, что все это постанова, как некоторые боты пишут в каждом стриме, в каждом видео. Это все постанова, говорят они. Ну да, действительно, слишком масштабная постанова с хорошими актерами, с оторванными конечностями, которые валяются у нас на полях, которых не забирают ваши начальники, ваши командиры, и действительно добивают раненых, пленных, вернее, на месте. Но тем не менее, даже раненых с вашей стороны наши военные вытаскивают и отвозят в госпитали к нам, где их лечат, чтобы потом вернуть домой. Мы не относимся настолько по-скотски к своим, к чужим, даже к тем, кто стреляет по нашим мирным городам. Но ваши боты работают очень убедительно. И вот к
каждый раз смотрю и удивляюсь. Россияне, не верьте, это все постановка. Конечно, проще поверить той постановке, которая по вечерам идет с телеэкрана ваших телевизоров, где рассказывают о фашистах, о хунте, о какой-то прочей херне, о том, что здесь творится беззаконие, но на самом деле та думающая часть населения в России, она есть. Они просто боятся выйти на улицы и сказать свое «нет» той войне, которая происходит в Украине. Да, часть уже выходила. Да, за это ввели уголовную ответственность. Да, за это дают срок. Но то, что вчера произошло, я уверен, эти кадры видели все, когда детей упаковали в автозак, детям по 7-9 лет, которые вышли под посольство Украины с транспарантами «Нет войне», приехали ваши ОМОНовцы, упаковали детей в автозак и увезли в местное районное отделение полиции для того, чтобы составить на них какие-то админматериалы. Вы в своем уме, россияне? Вы на это тоже закроете глаза, сделаете вид, что этого не заметили? Привет. Привет. Я сейчас в плену нахожусь. Весь взвод погиб. Со взвода никого не осталось. Зай, все хорошо будет, пожалуйста, Юра. Я в больнице нахожусь. Мне сделали операции. Отнеслись по-человечески, все хорошо. В какой стране ты? Нахожусь в Украине. В Украине тобой, нахожусь. Тобой Александр, да? Саша? Ну да, наверное, дали вот позвонить. Я только... Нет, Александр какой-то звонил, я с ним разговаривала. Я говорю, я буду всю жизнь молиться, главное, чтобы с тобой все хорошо было, чтобы вернули тебя домой. Все хорошо будет. Созвонись. Со всеми женами пацанов. Надо будет как-то выйти на часть. Куда-то, на армию. Зая, что с тобой? Ты скажи мне, что у тебя с ногами, что у тебя? Говори нормально, успокойся. Что надо... Это Саша, да? Саша, вы говорите? Надо забирать наших парней отсюда. Как-то выходите на начальство, на наше, на всех... До Читы дозванивайтесь. Нужно парней отсюда забирать. Я тоже хочу домой. Да, понятно. Там хорошие ребята, все с тобой. Да, относятся хорошо. Добрый. Я говорю, сделали операцию, ухаживают. Сейчас лежу в палате. Дай Бог. Все хорошо. Я буду молиться на вас, люди. Я буду всю жизнь вам благодарна. Верните мне мужа. Пожалуйста. Видишь, он просто. Хороший человек, поверьте, он хороший. Наше человек. Командование обманным путем кинуло нас. Я говорю, они уехали на учение. Кто знал, что это произойдет? И от них сейчас от наших этих дураков здесь страдает мирное население. Много невинных людей. Все, ты меня услышал. Свяжись с женами, со всеми, со взвода, с нашего. Выходите. Я надеюсь, что все на днях закончится, не будет больше войны. Все на это надеются. Я прошу, люди, кто рядом, Сашу, дайте, пожалуйста, нажмите трубку. Все. Давай, по возможности еще выйдем на связь. С тобой все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, я говорю, относятся хорошо. Они хорошие люди. Да. Нам рассказывали совершенно другое. Такого отношения к себе я, наоборот, не ожидал. Мы тоже очень удивлены таким отношением со стороны Российской Федерации, со стороны российских военных, когда
При отсутствии каких-либо стратегических объектов они начинают открывать огонь из тяжелой артиллерии по жилым кварталам. Вот этого мы не ожидали. И те ваши боты, которые в очередной раз начинают написывать о том, что мы прячем пушки за жилыми домами, тем самым прикрываясь мирным населением, а вы не подумали, какого хрена ваши российские войска делают на территории Украины уже 8 лет? 8 лет мы прикрываемся своим же населением. Это надо быть совершенно упоротым наглухо, чтобы даже допустить мысль о таком. Но, судя по всему, в ваших головах настолько мало серого вещества, что даже эту мысль вы прокручиваете регулярно у себя в голове и очень свято верите в нее. Еще раз повторюсь, те цифры, которые вы видите на экране, то количество потерь, которое произошло на территории Украины за последние 7 дней, а именно 7 дней уже длится вторжение России в Украину, это не совсем точные данные. Я уверен, они намного больше. Еще уверен в том, что ваше Министерство обороны никогда не покажет вам ту информацию и тот комплект одежды, формы, еды, которая была выдана вашим великим воинам для вторжения в Украину. Чтобы не быть голословным, просто посмотрите. Да, быстрее думай, внимание кого. Ой, я не хочу резервы. В случае, если вас прорвали. Как вам каски Второй мировой? Поставили, смотрели, круто. Старший кто-то был. Позывный. Север. Север. Весьма звонятся. Кадровый русский, блядь, ДНРовец, кто? Наш тоже вроде. Нас кинули всех, у нас собрали 1000 резервистов. И поставили вот это Зайцева на глаза. Кадровый, блядь, россияне есть? Я не видел. Откуда, не было, откуда вопрос? Нас собрали все казармы, привезли сюда, поменяли просто самые кадровые, которые стояли, ну, которые воевали. И еще немного. Те же самые, но идут в направлении. В направлении своего дома. В тех же касках второго. И таких сдавшихся на территории Украины за последние 7 дней очень много. На том говне, на котором они въехали на территорию Украины, не то что передвигаться невозможно. Большинство из них заглохли, сломались, у них кончилось топливо. А у кого не кончилось, те наматывали круги вокруг ближайших сел, только для того, чтобы поскорее спалить соляру и на таком основании избежать статьи за дезертирство. Они уходили в соседние села, ходили, стучались к жителям, просили покушать, потому что сухпаёк закончился. Но сухпаёк, который был выдан, также очень интересный. Давайте посмотрим. Снимай, смотри. Военторг, индивидуальное рационное питание. Это какой-то пиздец, блядь, посмотри. Срок годности... 15-й год. 15-й, блядь, ты понимаешь? Куда бросили этих пацанов? Так, подними на него, смотри. 15-й год. Что там, блядь, чтоб не думали, что это хуйня какая-то. Тушенка, хуенка, короче, блядь, просроченные пайки. Вот ваши, смотрите. На меня поднимайте. Блядь, не поднимайте сам, блядь, такое. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам, вам и, наверное, вашим матерям. Какими надо быть дебилами вашим генералам, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками? Сейчас февраль 22 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками. Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы их не побили тут всех, блин. Пока они не сгнили тут всех. Мало того, что будут убиты, еще будут обосранные лежать тут. Просроченные пайки, блядь, 15-го года. Вы понимаете, насколько, что они им дают? Как они вообще, они не думают о ваших детях вообще нихуя. Фу. Слава Украине, героям, слава. Путин, хуйло, блядь. Ребята, идите домой. Вас тут не ждали, мы вас не просили к нам идти. Матери, заберите своих детей обратно в Россию.
Это тоже постанова, да. Мы очень старались, чтобы сделать очень похожие сухпайки на то, что выдается вашей прекрасной, доблестной, самой сильной в мире российской армии. Похоже? Спросите у тех, кто сможет вернуться к вам домой, насколько это правда. Также о количестве пленных, о количестве убитых, о том, как их встречали здесь, на территории Украины, с хлебом и солью. Насколько соответствует действительности та информация, которая подается на вашем российском телевидении. И возвращаясь к теме звонков, которые мы почему-то позволяем делать всем пленным, которые находятся на территории Украины. Да, да. Это Андрюха. Это, смотри, короче, нас на Украину отправили. Это, получается, разбомбили. Как бы, ну, я сам подошел, то есть попросил, чтобы, говорю, кому подойти, чтобы, говорю, не убили, ничего. У меня все хорошо. Могу сказать одно, ты в этом году в армию пойдешь. Самое главное, не ходи, либо вообще не иди туда, либо дань просто, если скажут, что куда-то ехать, либо еще что-то, блядь. Пиши отказные, не отказные, я не знаю, но не надо, серьезно. Нам когда вот говорили в России, то что все вот это вот блядство, то что типа здесь вот есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска по городам херачат. А нам вообще совершенно другую херню говорили. Я сейчас здесь, Дань, то есть у меня все хорошо. Самое главное, ты не переживай, если тете похоронка придет, либо еще что-то. Просто скажи ей то, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив, здоров. А людям? И расскажи то, что... Пусть люди выходят. Всем скажи, вот кто у нас есть, родственники, не родственники, скажи то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. И скажи, на самом здесь деле люди? Здесь все по-другому. Здесь люди хорошие, вот меня, получается... Дороги не грязь, скажи. На машине довезли, то есть... Я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Я тебе могу сказать одно, то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и вот кто меня привез. Я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, то, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них, вот серьезно, по деревням везде асфальт, то есть освещение, все здесь полностью, все. Бля, я... А все, что по телеку показывают, это пиздеж. Я сам лично здесь сейчас, Дань, нахожусь. И я знаю, как это. Я тебе серьезно говорю, да. В Харькове наши войска бомбят. Не украинские войска, а наши войска Харьков бомбят. Они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас скинули здесь нахуй просто, как свиней ебаных. И делайте, что хотите, живите, как хотите. Если бы вот не подошел бы сам... А? Да мы даже не знали, куда мы едем. Мы приехали сперва в Воронеж, потом в Белгород. Когда приехали в Белгород, начали все залупаться, типа, какого хуя, говорит, и куда вы, типа, прете? Скажи, дорога русскими трупами завалена. Ты один живой остался. Расскажи. Нам сказали то, что, говорит, типа, максимум, что будет вдоль границы, встанете, потому что, типа, украинские войска, говорит, границу пересекать начали. По итогу нас отправили сюда. Я, говорю, много кого поубивало. Я сам просто подошел, сдался, попросил, чтобы лишь бы самое главное не убили. Бля, Даня, я тебе серьезно говорю, я не знаю, вернусь ли я в Россию, но я здесь по-любому хочу остаться. Потому что здесь серьезно намного лучше, чем у нас. И распространяют, что тут творят ваши войска. И то, что вот говорят, то, что типа свои же типа херачат, это пиздеж, это наши войска. Наши войска херачат по городам. То, что я увидел здесь, я в таком... С мерчами, градами, искандерами и калибрами. Я в таком шоке нахожусь, я тебе серьезно говорю. Нам даже не говорили, как, что и куда. Если, вот я говорю, родным похоронка придет, скажи то, что у меня все хорошо, я жив, здоров. Я реально, да, не, я просто в таком вахуе нахожусь от того, что у нас там говорят, и что здесь на самом деле. Здесь нет бандеровцев. Нет такого понятия, как бандеровец. Здесь только местные жители, которые просто свое же право отстаивают, потому что наши войска сюда входят. А нам вообще другую хуйню говорят. Ладно, все, брат, я тебя люблю, целую. Сюда хай не звонить, даже не звони только на этот номер. У меня все хорошо, да, не переживай, правда. Бо цього номера біля тебе не буду, скажи. Давай, брат, люблю тебя.
Давай. Я специально не цензурировал эти видео, не запикивал маты, для того, чтобы вам было максимально понятно и доступно то, о чем говорят эти люди. Хотя людьми как-то их сложно назвать после того, что происходит у нас все это время. Пару комментариев, которые ваши боты опять-таки наваливают. Что за бред? За кого вы держите русских? Лично я держу русских, даже не знаю за кого. На самом деле, вроде не глупые люди, но судя по тому, как вами управляют, манипулируют и руководят как стадом баранов, ведут на границу, вы военный, вас заставляют перейти через границу, пойти на Киев. Ради чего? Ни одна мысль в голову не закрадывается. Вы покорно выполняете эти приказы, преступные приказы. Вы абсолютно безграмотные в военном деле, в праве. Вы не понимаете, на что вы идете, вы не понимаете обязанности, вы не понимаете, что можете отказаться от выполнения преступных приказов. Вы покорно идете убивать мирное население только потому, что кто-то из командиров вам это сказал, и тут же уехал. Уехал с вашей дислокации, оставив вас без средств связи, без телефонов, без еды. И вы куда-то едете вперед. Насколько надо быть тупым, чтобы так делать? Когда добираетесь до телефона, начинаете судорожно звонить родным, близким, матерям и рассказывать о том, что со мной все хорошо, но если похоронка придет, ты не удивляйся. Похоронки будут идти. И будут идти долго. Те 45 тысяч мешков для трупов, которые закупила Российская Федерация за несколько дней до того, как объявить вторжение в Украину, они будут все использованы. 45 тысяч. Прямо сейчас позвоните своим сыновьям, мужьям, родным. Узнайте, где они. Идите в военкоматы, требуйте от всех начальников дать пояснение, где в настоящее время находятся ваши близкие. Забирайте их отсюда, пока они еще живы. Алло, Маш, я. Привет. Я, я не знаю, где я нахожусь. В общем, в плену. Все нормально, меня никто не бьет, кормят, все хорошо. У меня к тебе четыре просьбы. Четыре просьбы. Первое, это, пожалуйста, найди Веронику Науменко и напиши ей, что с Димой. Все. Хорошо. Второе это... Подожди. Второе это позвони на горячую линию, которую открыла Украина, военнопленных, чтобы я появился в списке. Что? Ну, пытайтесь. Чтобы я появился в списке военнопленных. Я понял. Вот. И, то есть нашим надо дозвониться тоже как-то. Ну, в принципе, еще попробуй найти ВКонтакте Егора Долганова. Ну, пацана, который с нами. И кого-нибудь... А? Все хорошо тогда. Все тогда. Я тебя тоже люблю. Давай. Хорошо. На. Это Андрюха. Ну, этого товарища мы уже видели. Самое удивительное, что даже в настоящее время за Украину готовы сражаться и представители Российской Федерации. Да, есть и такое.
И да, вам это 100% не покажут ни по одному телеканалу федеральному. Подтверждение своих слов, вот вам еще одно доказательство. Добрый день. Меня зовут Виктор Борис Александрович. Родился 17.08.66. Я гражданин России, вот мой заграничный паспорт. Но я вынужден был для себя принять тяжелое решение и приехать в Украину для того, чтобы помогать своим родственникам, братьям, которых сейчас здесь убивают, и которые действительно это правда. Что российская армия зашла, и это не антитеррористическая операция, как говорят, это настоящая война и геноцид народа. Стреляют кассетными бомбами, вакуумными бомбами. Это не постановка украинской страны, как здесь говорят, а именно российская армия. Ну и российская армия несет очень тяжелые потери, которые она считает, что удастся как-то замылить. Так не получится. Я считаю, что каждый человек, который против войны, должен взять, принять для себя решение и что-то сделать. Кто-то должен поехать и помогать, как я, который приехал сюда, помогать здесь. Кто-то может дома выйти, хотя бы просто сказать «нет войне, остановите войну». Каждый должен принять для себя свой шаг. Я для себя принял. Я не хочу быть гражданином такого государства, которое является новым Гитлером. Тоже постанова. Тоже позвали актера, дали в руки российский паспорт и сказали: «Запиши нам видеообращение». И это не единственный случай, когда жители Российской Федерации, граждане Российской Федерации, многие из них живут в Европе, но имеют российское гражданство, приезжают сюда и воюют за Украину, потому что они понимают, что на самом деле происходит. Понимают, как и многие другие, как и звезды российского, украинского телевидения, шоу-бизнеса. Вы наверняка видели, если подписаны на каких-то известных людей, тот же Меладзе, Дудь, да много кто высказали свою гражданскую позицию, не побоялись. Не побоялись отстоять мир, который им важен, и ради которого они готовы рискнуть даже карьерой, потому что ваш Роскомнадзор прекрасный явно не даст им потом возможности гастролировать, зарабатывать деньги. Но это все пыль, это все не важно. Главное другое. Главное, чтобы не убивали. Не убивали мирных. Не было войн, придуманных войн. Тем более, придуманных вашим великим руководителем, товарищем Путиным. Вот уже завтра, допустим, точно так же он объявит соседнее государство не государством. Вы также пойдете за него воевать. Цель этого конфликта абсолютно минимальна. Минимально из-за того, что просто Путин хочет войти в историю и объединить братские великие народы. И с этим лозунгом он идет по всей Европе. И с Украины все может только начаться. Но если вы будете покорно сидеть и молчать, делать вид, что вас это не касается, утром идти на работу, на работе с часу до двух у вас обед, покушаете бутербродик, вечером придете, возьмете бутылочку водки и спокойно перед телевизором под крики Соловьева, как обычно, разопьете 0,5. И ляжете спать, лишь бы всего этого не видеть, не знать и не думать. А утром все по новой. И так вся жизнь. День сурка. Главное, чтобы не трогали. Так главное, чтобы не узнали. Ты, главное, так громко не говори, чтобы не услышали. Я не понимаю, как так можно жить. Всю жизнь провести в страхе. Это не жизнь. Среди тех блогеров, которые не побоялись высказать свою позицию, есть и те, которых вы наверняка знаете. И в конце этого стрима я хочу вам их показать, потому что вам на ваших федеральных каналах такое точно не покажут. Привет! Мы, украинские блогеры, хотим поговорить с вами, нашими коллегами из России, людьми, которых смотрят,
слушают и любят. Мы не будем вас сейчас ни в чем обвинять. Давайте просто поговорим. Вы знаете, что происходит в нашей стране. 6 дней назад Путин приказал атаковать суверенное государство Украина, мой дом. В 5 утра начались взрывы, нас начали бомбить. Представьте, что все, что вы берегли, любили, чем гордились, больше не принадлежит вам. Оно отобрано липкими горячими лапами зла. А вам остается просто сидеть в бомбоубежище и думать, я сегодня выживу или... С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети, старики. Своими действиями армия Российской Федерации нарушает множество норм международного гуманитарного права, потому что их снаряды приземляются в роддома, в больницы, в детские сады. Нашу культуру, экономику, а главное жизнь уничтожают. Обвиняем ли мы вас в этом? Ваш президент угрожает нам ядерным оружием, не нам, всему миру. Он говорит нам, если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший? А если он нажмет на кнопку, пеплом покроются ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, ваше кафе, где вы пьете. Завершить этот стрим хочется еще раз обращением к российским матерям, женам, сестрам тех, кто воюет здесь, на территории Украины. Не молчите, не ждите, пока придет похоронка или похоронка, лежащая сразу на гробу. Узнайте, где сейчас находятся ваши родственники. Не бойтесь, позвоните, узнайте всю информацию и приложите все силы для того, чтобы вернуть вашего близкого домой. Поверьте, он не хочет воевать здесь. Он не хочет находиться здесь. Его заставляют. Вы сами видели все факты, подтверждающие мои слова. Я не хочу каждый день менять цифры в соответствии с теми, которые предоставляются Генштабом, менять цифры вот в этом углу. Поэтому сделайте все, чтобы прекратить эту войну в Украине. Передайте эту информацию всем, кого знаете на территории Российской Федерации. Спасибо.